چاہ جانا ہے. Парацетамол. Я слышала об этом, но, если честно, не знаю. Ну, короче, говоря, что-то против сода и какая-то херня. Короче, что-то против. Бутылка воды на минуточку стоит. Сейчас покажу. Это вообще двинуться мозгами. 5,60. Я не плачу, потому что у меня вода входит в стоимость, в оплачен, ну, в стоимость путевки. Дружненько идем на выход. Нас так много. Снова по лабиринтам на выход. Какие длинные коридоры. Идешь. До конца края не видно. И опять пошли лабиринты. Да, такие же длинные, предлинные. Я всех обогнала, потому что так медленно люди ходят. Не бегу, бегу, бегу. Девчонка вообще вышла оголенная. Ну, реально прохладно. Градусов, наверное, 17. Лягушонка в капюшоне. Ай-яй-яй. Ужас. Ну что, еще раз привет, Стамбул. Пройдемся по этой новой части терминала. Ну, собственно, терминал вот он сам. А тут сделали громадный, как бы прогулочную такую дорожку вдоль моря. Очень много кафе, ресторанов, магазинов. Пойдем пройдемся уже здесь. Я в прошлый раз шла по дороге, а сейчас пойдем здесь. Построили, конечно, красоту. Да, отгрохали, конечно, красоту. Молодцы. Опаньки, мой кораблик опять. Ага, все правильно. Сейчас я поверну направо. И пройдусь по этой набережной. Популист. Можно прямо, а я хочу пройти по набережной. Вон она, моя каюта. На 10 этаже. Обычно палубе. И идем. Красота. И вот я иду прямо по направлению туда, к общему порту, где ходят ферри. Ну, молодцы, конечно, но выстроили красоту. Вот это все-все было закрыто несколько лет. И, пожалуйста, сотворили что. Еще один теплоход стоит. Мараба написано. Здравствуйте. Мараба. Ривьера. Я прохожу мимо, и у турков на столах стоят турецкие завтраки. Они так классно придумали маленькие тарелочки, несколько там, под десяток, наверное, тарелочек, и там по чуть-чуточке всего лежит. Вон, вот он завтрак. Как бы на тарелку на одну положить будет, да? Ну, не тут вид будет. А так, смотришь, так много, такое все насыщенное. И получается шикарный завтрак. Не хочу я пить кофе в таком шикарном. Кафешки нет. Я хочу маленькое, уютненькое, где-то на улочке. Чтобы было два стульчика там или два стулика. Вон какие выстроили. Красоты. Молодцы турки. Мне уже жарко. Сейчас где-то уединюсь, сниму себе эту кофточку тепленькую.
Бабушка умывается. Давай, давай, умывайся, давай. Жарко, жарко, жарко. Зря я ковчушку на себя натянула. Но мы тут стоим до 12 вечера, до 11 вечера. И после обеда пойдет дождь. Ну, буду таскать на себе. Завяжу на талии. На своей тонкой талии. И вот я достигла конца этой набережной. Вновь построенной. А как же мне теперь отсюда выбраться? Интересно. Чего я такая жирная, как курица? Смотри. Прямо как индейка. Ничего себе. Ну вы жрете, однако. Попробую просочиться отсюда. Другого выхода нет. Хаос of Superstep. Ну, вот я и вышла на свободу из этого хаоса. Так, теперь найдем маленькое кафешечко. И кофеечко с сигареткой. Ну вот я практически уже возле своего ресторана Одесса. Сейчас зайду и, наверное, там выпью кофе, потому что маленькой кофейни я не встретила. И вот снова мой родной порт. Самое потрясающее, самое любимое место, самое родное – это порт. Я рассказывала уже. Я когда впервые прибыла в Турцию, я прибыла на шикарном лайнере «Айвазовский». Не знаю, ли он еще ходит, где-то не ходит. И первое впечатление, конечно, было от порта. И от ресторана «Одесса». Я сюда приезжаю просто. Мне так хочется опять окунуться в ту атмосферу. Молодые, красивые, счастливые. Ну, собственно, я и сейчас молодая, красивая, счастливая. Но не 16, поди. Вон она, ставритка. Вон она, прям по две штуки. Сразу на одной удочке. Тут в Стамбуле, конечно, есть что посмотреть. Но я-то тысячу раз все посмотрела. Цистерну, медузу Горгону. Все эти, как сказать, туристические места. Несколько раз была на автобусной экскурсии по городу. Красиво, да. Достаточно долгая такая экскурсия, по-моему, 3 или 4 часа. Здесь брала ферри и ездила на Принцевы острова. Шикарные Принцевы острова. Принцесс Айленд. И вот опять моя Одесса. Бабушка-дедушка. Вот так вот. Причем там бабушка-дедушка. А где Одесса? Или я не вижу Одессу? Бабушка-дедушка. Я, наверное, еще не дошла до Одессы. Вот она, Одесса. Вот. Are you open? Yes. There's... Okay. Can I order coffee? Coffee? Turkish coffee. Yeah. Yeah, thank you. Вот так вот все выдвигается, все открывается. А сейчас я себе погадаю, что мне расскажет кофейная гуща. Открываем и смотрим. Вижу какое-то толстое чудовище. Поставьте турецкую музыку. Это что такое? Золото. Какие-то деревья могучие стоят. Африка, наверное, меня ждет с бабабами. Смотрите, два сердца. Два сердца. Так четко видно два сердца. Причем такие крупные. Вот еще три сердца сверху. Вот еще сердечко падает. Вот одно, вот еще сердце. Вот раз, два, три. Вау! Сплошные сердца. Это прям чьи-то ноги расставлены. С каким-то... Вот не крестик, а чья-то мокточка. Тихо. Ой, все руки уже кофе. Вот они, сердца, вот они прям видны. Такие большие, кофе немножко подмыло. Вот так вот. Я заплатила за кофе. Он говорит 50 лир. Я говорю, сколько? Он говорит, давай 2 доллара. Где там сердце опять мое? Куда оно уже пропало? Вон оно, вон оно. Все, пошли. Ну что, до свидания, ресторан Одесса. Пойдем вот этот. Это кафешка. Тут такие вкусняшки продаются. Прям, ну, вкусняшки, вкусняшки. Я когда-то здесь останавливалась, по-моему, в 21-м году, да. И брала тут такое вкусное пирожное. Сейчас, если честно,
вот даже не лезет. Может, посмотрю, залезет. Может, посмотрю, захочется. Я покупала вот такую штуку, так она у меня лежит в холодильнике. На коробке. Так, пошли. Пошли на Гранд Базар. Мое любимое место в Стамбуле – это Гранд Базар. И, понятное дело, кафешечки, ресторанчики, сидит женщина, просит подаяния. И лялька с ней босиком, и она сама босиком. И совсем крошечка на руках. Моя девочка золотая. Ну, я хочу сказать, что подаяние иногда дают больше, чем человек может заработать где-то на работе. Поэтому не каждый, конечно, рискнет просить подаяние. Это тоже своего рода труд. Ну, не столько труд, сколько стыд, конечно. Ну, кто-то плюет на стыд и зарабатывает по барабану людям. Вот они, бублики турецкие. Сегодня выборы. Посмотрим, что сегодня будет. Кого выберут. И сейчас будут зазывать. Иди поешь, иди поешь. Иди что-то выпей. А вода какого зеленого цвета, изумрудного. Эй, рыбочки. Ого, 4, 5, 6. Вау, сразу 6 рыбешек. Вот это я понимаю. И вот я взобралась уже на мост. Пойдем. Ого, как он тянет. Акулу, что ли, тянешь? Ничего себе, согнулась, как удочка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кого мы там вытаскиваем? Ну-ка. Сколько? Раз, два, три, четыре. 4 ставридки. 5, 6. Вау. Вот это я понимаю, лов. Вот это я понимаю. Все-таки я возьму свежую ставриду. Найду где-то куплю соль. Посолю себе ставридку. И на балконе я ее съем. Соленую, малосольную. Вот там вот еще один мост. Тут метро ходит. Вот оно, метро. Оно часть идет под землей и часть по земле. И опять я не слышала пока ни разу призыв к молитве. Давайте. Я вчера слышала и записала и выставила вон сколько их. Мечети. Я вчера в Кушадаса записала, попала на призыв к молитве. Ну что, зайдем в мечеть. Там они обычно платки дают при входе. И опять собака. Я вот везде, я в Кушадасе, такие белые собаки. Вот таких белых собак видела. Вот такой же породы. Ну что, идем, зайдем, посмотрим, что там. Вот только отсюда. Там идет реставрация. Тут была уже очень много раз. Но пойдем еще разок, освежим память. Женщины, смотрю, ходят без платков, но мы опять-таки мы не зашли еще внутрь. Это только двор. Там при входе, сейчас посмотрю, пустят меня, не пустят. Да, платки вон висят, можно пройти. И обувь надо оставлять. Сейчас пойдем посмотрим. Я разулась. Thank you. Thank you so much. Thank you. Накинул на меня платок, я посеку. Пригнуться нужно. Все посяпочки со мной под мышкой. Как хорошо босичком по коврам походить. Вау, какой купол.
мешают мне под мышкой. Девочек повесила на место, по ним даже вон такие платья есть. А сюда нельзя наступать. Пойдем. Шлюп. Поют молитвы. Туалет, вон туалет, кстати, такие вонючие. Я сейчас пришла по туннелю. Там в туннелях расположены туалеты. Вонь просто невероятная. Я заткнула нос и шла с заткнутым носом. А тут все для сада. Рассада для сада. Я прямо стихами заговорила. Клубничка. Сколько всего. И птицы здесь продаются. Попугайчики, слышу, кричат. Вот они, мои пиявочки. Взять мне с собой их на корабль. Стоят они, наверное, копейки. Вау. Надо брать. 33 лиры. Спасибо. Супер. Чуть больше доллара. I know. Leeches, yes. Вау. Снова пиявки. Я, надо будет мне приехать в Стамбул на несколько дней. Накупить этих жгутов и понаставить себе этих пиявок. На корабле, конечно, этого делать не буду, потому что кровью все залью. Это неправильно. Сегодня улочки, ведущие на базар, пустые. Вон как в стенах растет трава. И на крыше растет трава. По всей видимости, там никто не живет. Но если живет, я буду очень удивлена. Реально. Взяла себе стакан свежего сока. За $3. Базар сегодня закрыт, поэтому так мало людей. Рынок в воскресенье закрыт, и я не знала. Такое прям симпатичное пальтишко. Симпатичное, беленькое такое же. Супер. Белое пальто просто вызывает какую-то прям зависть. Мне такое поносить, но некуда. Но все равно ряды открыты. Кое-что можно посмотреть и поснимать. Не, кто бонжур говорит, кто говорит ола. Куда я вышла, я не знаю. Но куда-то вышла. Крыша такая интересная. Зеленая. Ресторан. Я хочу уличной еды. Хочу поджаренную рыбку. Анка, пошли туда. На хлебе. Сегодня 20 турецких лир стоит $1. Вот он. 20 евро 23. А, это купить 23 лиры за доллар, продать 20 лир. Евро 22 и 24,8 соответственно. Вышла я к еще одной мечети. Да, еще одна мечеть. Жареный каштан. Да, вышла. Туда же, только с другой стороны. Я бы пошла на площадь Таксим. Далековато туда добираться, конечно.
и я чувствую себя, ну, просто чувствую себя замечательно, но все равно как-то слабость. Слабость, хочется прилечь и ничего не делать. Tell me again, what did you say? Что ты сказал? Çok şahane. Çok şahane? Yani, good. Good. Şey, Mehmet Bey, 5 dolar kaç TL yapıyor? Какой классный, рассказывал мне, говорит, как я знаю, только три слова. Çok teşekkür ederim. И я знаю этот. Здрасте. Как здрасте? Спасибо. Чок ты шикиридин. Большое спасибо. Ты шикиридин, это просто спасибо. А чок ты шикиридин. А Turkish Liras. Thanks for me, kickbox, no? Thank you. Если бы я сейчас знала, что он мне говорил, он сказал, это все равно, что гюзель. Гюзель это красивая. Или красивый. Так что я гюзель. Какой был вкусный сок. Здесь он мне стоил $2.5. Какие вкусные кафешки, турецкие сладости. Не знаю, куда иду, куда-то иду. Так, мусор таскают. Мальчишки работают, молодцы. Серебряные конфетки. Красивые такие. Но я бы не стала серебро, если вот золотые конфеты. Тихо, музыка, тихо. Дайте поснимать эту красоту, Лидьку. Вау, какие красивые, вкусные, как жвачки. Тихо, музыка, тихо. Hello. Стеклянный пол. Гостиница Legacy Ataman. Хотел. Сейчас хожу и слушаю урывками, как упали, разбились 5 летательных аппаратов в России. В один день. Слава Украине. Тут же вон чьи-то могилки. Старое кладбище, вот тоже могилы. Пахнет жареными каштанами. Опять же, бублики, булочки. Куча ресторанчиков маленьких. Вон их сколько. Такое кафешечко. Такие уютные маленькие столики. Да, я вижу порт. Недалеко я ушла. Куда пойдем? Налево, направо? Как красиво смотрится, перевернутые вниз. Что это такое? Корзинки, не корзинки. Кафешечки такие все приятные. Пошли на туре посмотрим. Вот, пожалуйста. Каппадокия. Каппадокия. Понятное дело, воздушные шары, поездки на Трабзон. Ага, мне говорили Трабзон, а я не знала, что такое Трабзон. Анталия. Трабзон is good. Thank you. Говорит, Трабзон is good. Фетхия. Эфесус. Это в Кушадасах. Памуккале. Ну и, понятно, танцы. До упаду турецкие. Танцы живота. Шелковый цвет так и не поела. Я сейчас ее взял, возьму и поем. На клубнику меня что-то не тянет. Комплименты мне понапускали. Какая я красивая. А еды какой ты хочешь. И что ты хочешь. Сесть поесть что-нибудь? Мне же хочется что-то перекусить. Если честно. И черешенка, и сливы зеленые, и что ты хочешь, и что ты хочешь, и что ты не хочешь. Сейчас я посмотрю. Это фиш-ресторан. Галата фиш. Надо что-то перекусить. Мяса нет, хочу рыбки. Вот она, барабулечка, 450. Чуть больше $20, 3 рыбки. Ребёшки почти $25. Нет, обойдусь. Пойдем что-то другое найдем. Хотел. И опять хотел. Сплошные отели. Вау. Какая красота. Лэмб жарится. Барашка.
и барашка, и курица, я так понимаю, или это барашка тоже сверху? Красота какая! Я, наверное, здесь поем. И все в дровах. Ой, как красиво. Прям местечко для меня. Я хотела поесть уличную еду, но прям хочу сюда. Вон какие вкусняшки. Это холодные закуски, я так понимаю. Это какие-то соусы. А тут можно пальчиком показать и сказать, хочу вот это, хочу вот это, хочу вот это. И пошли сладости, понятное дело. Вот это вкусняшка. Вот это вкусняшка, вкусняшка. Вот это лэмб, барбекю. Она стоит 330. Turkish лив. Я хочу еще супчик какой-нибудь. Это, по всей видимости, лук жареный. Нет, это не для меня. Жареный лук. Нет, не для меня. А супчик у вас есть? Извините. Вот он супчик, да. Хочу вот этот супчик возьму. Вот этот, да. Мне принесли супчик, какой-то соус, лимон, воду и хлебушек. Как вкусно, вкусно, вкусно. Вкус точно как шурпа. Ну, как вкусно. Боже, как же вкусно. Какие молодцы турки. Потрясающий суп. Какая-то вкусняшка, не могу понять с чем. Рис с чем-то. Ну, вкусно. Я сейчас заказала турецкий чай, обожаю. Такой вкусный. Я уже наелась, если честно, но мне придется съесть. И второй. Оп, thank you. Как раз вовремя сказала, я дотронулась. Сразу хорошо, что есть рукопись. Оп, 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 тихо, 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 тихо. Потеряла свой наушник. Он говорит, будь осторожна, тарелка очень горячая. Ой, как вкусно, как вкусно. Такое солнце яркое, сижу под солнцем. Ой, баранинка только что свертела. А лепешки, невероятно. Жую баранинку, ну просто... Ну просто можно проглотить язык. Действительно, только что от той полной баранины отрезали. От той тушки отрезали. Невероятный вкус. Вот. 25,95 евро. А в долларах 28 евро. Я дам им 30 долларов. И скажу спасибо. Какой же был вкусный обед. Ну, как его было много, я, конечно, чуть-чуть не доела. Ни лепешек, ни хлеба. И чуть-чуть даже баранины с рисом оставили. Мне бы того супа хватило. Но уже заказала, деваться было некуда, пришлось есть. Ой, наелась. Переелась. Сколько здесь сладостей. Ну, я хочу сказать, турчанок толстых я не видела, прям толстых-толстых. Таких, что прям были жирные. Нет. Дяденька, уйди, пожалуйста. Ой, сори. Боже, сколько вкусноты. Ну, когда наешься, конечно, ничего бы уже не залезло. Ой, как вкусно. И все в цветах. Очень красивый магазинчик. И опять пошли рестораны. Ой, а тут вкусняшки. Прямо вкусняшки. Если бы я не пообедала, я бы сейчас взяла вот это вот суфле с маленькой. Уже оно вкусное. Я в Эмиратах ела. Но, может, сейчас погуляюсь немножко, может быть, вернусь. И съем эту вкусноту. Вот оно, что я нашла. Я нашла хамам. Turkish bath. 20 минут. 25 евро. Массаж, ну, 30 евро. Кофе, даже можно кофе пилинга. Замечательно. Skin and face. Так, массаж 40 евро, 50 минут. А где же сама баня? Вот она, баня. Так, пришла я на хамам и на массаж. Окей, okay, thank you. Окей,
package? 90 yeah. минут. This one, we do. This one. Yeah, but sauna because it's 50 minutes massage. Okay, I don't want sauna. I would like just hammam and massage. Yes, okay. Okay, Cleopatra package. Yeah. Coffee peeling, full massage. Mm-hmm. Aromatherapy. Yes. Where is massage? Massage is aromatherapy. They do mix for you. Okay. It's how private. How 120 minutes? 55 minutes together. Massage. And what about? Hammam is 30 minutes. Okay, face massage. They make face massage, foot massage, all everything. Yes, everything. This package. Yeah, yes. Okay, I would like to get it. Okay, you can pay it. Thank you so much. Как я люблю турецкие хамамы, всем очень, всем рекомендую. Это нечто. Это просто в Турцию надо приехать только из-за хамама. Из-за того, что тебя помоют с ног до головы в пене. На этом теплом большом камне круглом. Потом мне будут делать лицо массаж и лицо всего и массаж всего тела. Ой, короче говоря, я просто в захвате. 2 часа все это будет продолжаться, дяденька. Камень. Сюда, папа, пойдем. Вот так вот меня сейчас покроют пеной. Ах, красота какая. Я оставила, конечно, трусы. Как без этого? Пошли чами на выход. Хамамчик мой, хамамчик. Мы закончили. Как здорово, как она меня умеет потом раскрыла. Ой, какое чудо. 3 слоя кожи снизу. Натягиваем Билли тапочку. И пошли на массаж. Ой, как классно. Все, натянула тапочку. Ой, как хорошо, господи. Как же она меня мыла. И ушки помыла, и между пальчиков везде. На ногах, каждый между пальцев. Просто мама так меня никогда не мыла. А теперь идем. Thank you. Okay. I'll take a business card. Thank you. Can go rest. I help you. Okay. This way? Yes. Все, пошли. Я следующий приезд опять сюда приду. Я сказала, что я возьму у него визитную карточку. И так уже 5 часов. У меня 3 часа осталось. Empire Plus Hotel. Yes, this is my WhatsApp. Okay. You can write WhatsApp and... Okay. I just need an address. Yeah, address is here. Okay. When you want, but you can, it's better to book, you know. Okay. Я говорю, дайте мне просто чай. Говорит, всего лишь чай, а выпить? Я говорю, нет. Дайте мне просто чай, даже 2 стакана дайте мне чая. Волосы еще мокрые. Трусы мне уже высыпали. Говорит, ты знаешь что, ты принеси ко мне второй стаканчик чая. Просто прям душа просит чая. Опять же, какое же оно все красивое. И чаи, и сладости, и посуда продается. Все, что душе угодно. Ип! Что-то закрылось вдруг. Так, пошли по направлению к порту. Я пока дойду, это 2 часа, наверное, пойду. Солнышко спряталось за тучами. Остро красивое. Я люблю белый цвет. $0.50 стоит один. Такой я бы себе взяла. Но у меня же беленький есть. Ладно, какой-то маленький очень. Опять турбас. Ай. Спасибо, не сейчас. А тёти? Вот эти симпатичные. Ну, мне так много уже, я столько набралась их везде, по всему миру, где была. Что мне их еще носить и носить? Все такие шелковицы. Руки просто будут черные, ну что делать? Я себе черешенку и... Тинки, такой красивый дяденька. Прям, ух! Я бы даже сказала, что он хэнсом. Говорит, спасибо. Ты тоже красотка. Ну, а что ему остается делать? Ему нечего,
Ничего не остается делать. Может, черешенки сейчас с собой взять? А груши какие красивые. Как же вкусно пахнет. Я ж только что поела. Ну, не только что, 2,5 часа назад. Но, тем не менее, как же вкусно пахнет. Обожаю Турцию за такие вкусные запахи. Стоит 100 лир. Сейчас я, наверное, возьму ее. Я ждал, какой хлеб. Я не могу. Я просто не могу. Такой тоненький пакетик, чтобы не разорвался. Ой, как я обожаю такой хлеб, боже мой. Ну я же наелась, ну хоть 3 желудка имей. Куда? Куда? Туда, куда они идут поезда? Не, ну тут надо, конечно, в Турции иметь большой желудок. Ай, какая вкуснота. Ну просто вкуснота. Ого, за один день выросло 23 турецких лиры за доллар. Нифига себе, было 20 с утра. Вот это я понимаю. Вот это да. Ну, какой красавчик стоит в золотых одеждах. Можно, птичечка. Ветерочек такой хороший прям. А тут написано 20, странно. No commission. Вот еще два таких красных молодца. Old City Hospital хотел. Отель. Госпитальский. Отель госпиталя, вот так проще сказать. Но вкусняшек просто море. Я еще ту свою не доела вкусняшку. Я взяла, но опять же целый пакет с собой ягод несу. Каштаны. Цветут каштаны. Мой красавчик стоит. Вон он, мой любименький. А я не знала, что так цветут каштаны, покуда мне не улыбнулся ты. Цепляется ко мне. А те рыбу купили. Вон золотые рыбки принесли. Прям идет за мной все, мадам, мадам. Иди нафиг. Эти лодочки с золотыми конячками. Что это такое они продают в стаканчиках? Интересно. Какие тучи. Вон такой белый храм стоит с той стороны. А рыбаков куча. Ну все, я уже зашла в зону порта. Мне дети пишут: мама, осторожно, там сегодня выборы президента в Турции. Ну я понимаю, да, могут быть какие-то, всякое может быть. Ну, я говорю, я написала, все, я уже на теплоходе, не переживайте, все нормально. Обогреватели такие стоят, чтобы люди не замерзли. Ну, не холодно, нет, ну так, прохладненький ветер такой, достаточно сильный. И да, чуть-чуть прохладно. Натирают, моют плитку. Чайки жирнючие. Вот это что за башня такая стоит? Ну что, Стамбульчик мой золотой, через 10 дней вернусь. Последний круиз. Вот кто скажет мне, зачем название фирмы ставить в конце точку? Странно очень. А ну-ка, мужичок, повтори. Он только что ехал, ноги поставил на вот эти штуки. Держался на поручни, держался руками за поручни. Может, повторить разок еще? Сейчас слушаю Марину Иванову. И Юля говорит, что 3 дня нельзя выходить на улицу, пока идут выборы. Ну, это, по-моему, позавчерашнее еще видео. Говорит, потому что могут быть провокации, и неважно, кто вы, иностранец либо нет. Поэтому правильно мне дети сказали: мама, иди уже на корабль, могут быть провокации. Ну, я, собственно, праздник живота. Съела несколько
штук мушмулы. Но она не очень сладкая, но такая очень сочная. Немножко закинула в себя клубнички. И вот сейчас сижу и вспоминаю вкус нашей шелковицы ялтинской. Это просто нечто. Вкус детства.